размер обеспечения заявок превысил 26 миллионов рублей, а размер обеспечения исполнения контракта превышает 175 миллионов рублей. Возникает вопрос о возможности участия в данных закупках ряда организаций, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, которые, ну, проблематично которым будет оплатить и задаток, и внести обеспечение исполнения контракта. Это будут штрафы или что? Что дальше может быть? В случае организаций, которые оказывают данные услуги, первое заседание у нас назначено на 19 декабря на 2 часа.